Везение на грани фантастики. Молодые люди действительно родились в рубашке, и помогал им явно кто-то свыше. Камера наблюдения, установленная на перекрестке, зафиксировала ДТП легковушки и мини-фургона. Последний пытался повернуть налево, прямо перед потоком. В объектив камеры четко попал момент столкновения. Видно, как машины летят в сторону пешеходов. Кажется, что трагедия неминуема, однако провидение спасает пешеходов, оказавшихся на пути разбитой и неуправляемой машины. Лишь одного слегка подталкивают бортом летящего фургона. После такого счастливчик точно поверит в существование ангелов-хранителей. И еще одно чудесное спасение. Практически идентичная ситуация. На перекрестке пытается повернуть иномарка, водитель которой явно рассчитывает, что ему уступят дорогу. Но на зеленый пытается успеть проехать еще один участник движения. В результате иномарки совершают серьезное столкновение. Одну из них выбрасывают на зебру, где в это время по правилам переходит улицу женщина с двумя детьми. Расторопность пешеходов и воля счастливого случая спасает им жизни. Если бы они хоть немного задержались в начале пути, то домой попали только после больницы.